Доброе время суток, как уже сейчас принято говорить. И когда мы обсуждаем вопрос, что выбрать, большие деньги, любую любимую работу, когда мы говорим об эмиграции в Австралии, то давайте все-таки положим еще одну капельку, еще один грузик на чашечку, где большие деньги. Это ваша эмиграция в Австралию. С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. И одна из подписчиц пишет: «Мне 39, вроде не старая еще, но я работаю преподавателем на себя. Вроде как бы и свой бизнес, но он такой малый, что не съездить в другие страны в отпуск, кроме ближайших. Наверное, все же мужчине легче доработать, если он еще и не мама или папа-одиночка. Ошибка моя, что я кайфую от работы педагога. Выбрала деятельность, которая невысоко оплачивается. Ну и что? Будем и такими шагами идти. Какие уж получается радоваться за ваших, то есть моих подопечных, которым уже удалось». Здесь я хотел бы заметить, да, безусловно, любимая работа и большие деньги. Наверное, любимая работа лучше, особенно если, конечно, она дает достойное существование. Но мы ведь не зарабичане, мы сюда едем для того, чтобы здесь остаться, здесь жить, сюда эмигрировать. Вот этот вот довесочек к большим деньгам, это очень важно. И вы должны понять полную широту и глубину этой мысли, потому что эмиграция в Австралию может вам дать дополнительные возможности. Не убрать те, которые есть, а именно дополнительные возможности вы себя можете осуществить и в России. У меня очень много ребят, которые, получив гражданство Австралии, переехали, но переехали временно, имея австралийский паспорт, переехали в Россию или в Беларусь, или в Украину, или в Казахстан. Во-первых, таких людей единицы. Во-вторых, не надо путать тех людей, которые живут в России, не имея австралийского паспорта, и те, которые имеют австралийский паспорт. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Когда мы взвешиваем на одну чашку весов, ставя любимую работу, а на другую чашку весов мы ставим большие деньги, всегда не забывайте, что к этим большим деньгам еще добавляется эмиграция в Австралию. Эмиграция в Австралию, она в том числе и дает возможность вам осуществить себя и в плане работы, и в плане бизнеса, заниматься любимым делом. Что касается преподавательской деятельности, ну, получайте еще вдобавок сертификат TAE, Training Assessment, от 16 года, сертификат 4, и вы можете преподавать да все, что захотите, вполне законно, и зарабатывать очень много денег. Некоторые виды вообще деятельности не требуют лицензирования, и это возможно здесь. Но это возможно и в России, и в Украине, Казахстане, Беларуси, конечно, это возможно. Но есть маленькое но. В довесок ко всему этому вы получаете Австралию. Вы получаете жизнь и жизнь ваших детей в этой стране. Подумайте об этом. Поэтому, дорогие друзья, довесочек иммиграции в Австралию — это настолько значительный довесок, что можно вообще все остальное убрать с этой чашки, и все равно, скорее всего, эта чашка перевесит. Подумайте об этом. Спасибо.